Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в Kings Bounty. Там, что у нас? Мы у пиратов. У пиратов. Я вот не помню. Ну, слабый морской дьявол, это хорошо. Ёптерный вот эти вирус, ты куда бежишь? Немного слабее, но я его сейчас не замочу. Разум слышно, он жесткий. Слабее. Ну ладно, давай тогда купим кораблик. 3000. Хер с тобой. Ты кто такой? Немного сильнее. Пока мне не по зубам. Купил, блин, кораблик, ядрить его. Да, короче, здесь надо быть поаккуратней. Чтобы не набрести на вот этого гадилу. Так, хорошо. Повысим, бахнем. Подожди-ка. Угу. Можно пару раз магии бахнуть. Да. 223, 223. Ну давай. 55. Надо магию качать. Раз. Теперь сейчас бахнем. А почему ж не прошел? Почему? Это плохо. Да, сделаем немножко меньше ход. Сохранить. Такс. Давай пройдем. А, то есть полюбасику мне придется, да? Напихивать им понемножку. Давай, наверное, зайдем сюда и... И без разницы. Я вас понял. Хорошо. Нужно было... Ну, почти 60. Это хорошо. 59. Шикарно. Вот зачем? Объясни мне, пожалуйста. Зачем оно тебе... Причем еще первый ходит. Как нехорошо. Не совсем хорошо. Так, они отходили, значит. Это что означает? Что при следующей ходьбе они ходят первые. То есть мне желательно их сейчас по максимуму вот этих убрать. Которые могут... Вот эти доходят, этот доходит. Замечательно. Давай плюнем. Прямо его в лице. Минус один тирни охотник. Как ты мог? Угу. Ой.
Так, давай сделаем больно. Больно. Подожди, а что ты походил? Объясни мне, пожалуйста. И как так получилось, что ты походил? C19, запомним. А, выросли другие. Войны выросли плохо. Да я не рассчитывал, я думал, другие вырастут. Ну, ладно. Сходим. C19. Так и останется. Минус 13, C19 чуваков, да? Ага, C19, да. Ну, было. Ничего страшного. Так, там... Ага, плывет. Сейчас уплывет эта хрень. И мы пойдем тогда в эту сторону. Да. Плыви давай уже. Чё ты сюда поплыл? Да объясни мне, пожалуйста. Он, ты нормальный? Немного сильнее. Типа, лучники, блин, у меня. Нафиг здесь устал. Гад же ж. Ну? Еще один. Сильный. Джон Приган. Вернее, священник. Рад. Ну, чё ты сюда лезешь? Ну, вот объясни мне, пожалуйста. Блин, немного сильнее. Да сколько вас тут? Вы чё, блин, охренели? Вообще. Вы нормальные, блин. Идите нахрен, вас никто не звал. И ты иди. О, блин. Билл Мюррей. День сурка. Билл Мюррей. Играл. Давай уже, уезжай. Зараза, ну ты прикинь, а? Их тут прям охренеть сколько. 25. Так, это 10, конечно. Жестко. Билмюри. Охренеть, куда я приплыл? Еблить его в ухо. Меня подкарвули, вот я не говорю. Ну ладно, вот этого еще можно. Это сильный. Пойдет. Ну давай, кыш отсюда. Скотина, ну ты прикинь, не дает. Здесь запара прям. ЖОПА. Текс. Не бы. Сильный. Пошли, короче, его мочить. Жизни не дадушь. Козлы. Нет. Это у нас что? Кто? Сильный. Ну, давай попробуем.
Сохранить вашего сильного, значит. Ой, а чё, даже... А так можно было? Даже так? Они меня не атакуют? Какого фига? Немного слабее. Оу. Короче, мне кажется, лучше здесь мочить. Да. Ну, почему-то мне так кажется. Что, попробуем? Ну, делать нечего сегодня. Давай. Мочи, 60 манны. Вот, конечно, то, что у него манны дохренища, вот это плохо. То есть, по сути, он меня будет херячить манной. С определенным шансом. Да. Давай посмотрим, что у нас есть. Слабость. А вот как чего? Стоп. Меня разведрен, разведрен, ограничен. Понял. Воскрешение. Последний герой. Капец, нет, это не интересно. Вот это интересно мне. Это без стрелков. Что мы сделаем больного? 6. 13. 6. Уменьшил. Достать это не достану, так. Вот так хотя бы. 4, 5, 7, 6, 3. Будьте добры, постойте в стороночке, пожалуйста. Ах ты, зараза! Он убил моего одного архимага. Сучья морда, как тебе не стыдно? А я сохранялся перед боем? По-моему, нет. Ладно, посмотрим, какие будут. Опять. Походи. А чё опять я хожу? Ладно. Пускай будет так. Так, 8. Мало 8. Сейчас ходит этот, да? Необходимо это будет немножко уменьшаться. 60-70. Погибнет 2, погибнет 2, погибнет больше чуть-чуть, да? 15-19. Слабовато, как вы стали бить, мои маленькие. 9-10. Ну, долго. Давай убиваем, короче.
Сволочи. Такс. Есть два варианта. Либо лиф 12. Жух. Хорошо. 2, 4, 3. Троих. Давай троих. Пять. Так, теперь воскрешаем по возможности. По возможности умрет 5. Воскрешение. Так, трое. Четверо. Этих не могу, этих тоже не могу. Зашибись. А, ладно. Я там делюсь наработки или нет у него. Сейчас проверим. Да. Работает. 8-10, 8-11. Жух. Как ты это, блин, мне... Ай! Ай-яй-яй-яй. Охренеть! Ух ты же, гад, гадюка! Какой ты дурачок, я в шоке. Ладно. 10-20, да. Пожалуйста. Почему я не могу архимагов воскрешать? Вот в чем проблема. Блин. Не гадюк. Не могу же. Почти нет, Тибериус. Два. Вот это самое большое для хотела. Печально. Печально. И это очень печально. Здесь же архимагов не будет, да? Не будет. Так, мне, пожалуйста, назад. Там архимагов купим. Да. А без них здесь... закончится, куплю себе каких-нибудь рыцарей интересных. Кстати, вот вопрос, а я смогу сейчас замочить у тех, которые охраняют палатку? Пошли посмотрим. Все равно здесь пока, да? Давай уже пришвартовывай. Ох, долго. Долговато. Долговато, долговато. Сейчас, Марика. По-моему, здесь вот будут. Сейчас или здесь, не помню. Да. Шестерых. И это печально. Так, теперь давай подумаем, что мне надо, что мне надо, что мне надо. Что мне нужно. Рыцари. Рыцари у нас вот здесь. Да, в эту сторону. Сейчас бегу, посмотрю палатку. Смотрю, сколько я рыцарей смогу замочить. Немного сильнее. Нет, пока не
Не, могу, но... С потерями. Ты хочешь попробовать? Да давай попробуем. Хули нам делать? Еще наймем войск. Давай попробуем. Здрасте. Лошадки 28, лошадки 28, 21, 122. 122. Так, лошадки. Скажите мне, пожалуйста, вы ходите по всему полю. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Цвет 55. Умрет 19. Умрет 3. Мы просто для пробы, если что, потом загружусь. А смысл? Они все равно ходят целые. Что? Больно. Ай, вот за что? Ты видишь, они мучат архимагов. То есть по рыбасику ты сколько бы ничего не делал бы, блин, все равно они будут мучить архимагов. Ладно, потом. Да, не вижу смысла пока. Да. Это так, прощупать надо было. Ладно, проваляемся. Нахрен вот это, конечно, летать туда-сюда. Жалко, здесь нельзя 8 убирать, который мне нравится. Ой, нахрен. Так, что тут у нас? У нас тут священники, которые немного слабее. Нас. А там дядька немного слабее. Вот скажите мне, пожалуйста, какого хрена в такое время СМС ко мне достаться? Сейчас, подождите, 2 секунды. Это не мне. Это не мне было СМС. Так, ладно, ты у нас кто? Немного сильнее. Давай пока тебя никто не выйдет. Или посмотрим побережье. Они, походу, не нападают, да? Давай попробуем. Барон Николай. Что тут у нас интересного? Руна силы, кстати, насчет этого. 23 магии. Целитель. Блин, ну я не могу тратить зелененький. Нет. Ну, честно, не могу. Хотел бы, но не могу. Отличное время, темный город. Когда под знамена темного командира нежить начинает... Нет, я нежить не использую, мне неинтересно. Хорошая политика. Слабый. Замечательно. Короче, тактика такая же самая, как и была. Выбиваем тупо, короче... самых слабеньких и потом уже будем, ну, таким способом повышая уровень. Так, нам надо выбить
скелетов лучников и магиусов. Ух, тышка, да. Мочи их всех. Зачем? Зачем ты это сделала? Я воплоти белое. Ну, чуть-чуть. Хорошо. Так, ты у нас какого? Третьего. А ты у нас морской волк, а ты у нас второго. Значит, что мы делаем? Мы такие кобаньки. Так, да, давай эти пока. Пальчик чешется. Ау. Ау. 12 умрет. 60. 54. 8. 8. Священники стрельнут потом. А че? Нафига. Хорошо. Замечательно. Ай, блин. Надо не так делать. Ич. Плюнь в него. Этих добивать, да и все. Ну да. Текс, воскрешение. Кого? Ноль. Замечательно. Раз никого воскрешать не надо, просто добиваем. И все. Чёрненько. Ну, этих я не могу воскресить. Не знаю, почему растения не воскрешаются. Может, это прикол какой-то. Понял. Вижу. Блин, ну дайте одну зелененькую гемку. Ну, вы нормальные. Синих до хренища. Понял, да ладно, иди уже. Сразу, Голышка есть, это уже хорошо. Стоп. Слабый.
Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, сейчас берем. Ага, вот оно как. Иди сюда. Вот опять, красненько. Я ж не против. Вот, вот оно то, что мне надо было. Нельзя. Так нечестно. Здесь мы, кстати, по-моему, либо активируем, либо холодильник. Ну, девочку вот эту холодненькую. Иначе я не могу пристать. Берсерк. Сохранить. Либо холодная вот эта девчонка, короче, активируется. Немного слабее. Эльф, варвар, восковол, терния, охотник. Эльф, конечно, лучник. Это жесть. Так что ничего хорошего там нет. Здесь кто? Слабый. Слабый, слабый, слабый. Можно на них напасть. Возьму. Ага. Понял. Тут что? Вот. Слабый. Давай, короче, мочим этих. Сохранить. О, священник один перебежал на меня. Хорошо. Так, смотрим. Да, священников надо мочить, потому что они не нужны здесь. Эти будут бегать. Эти бегают очень хорошо. 61, 68. О, подожди. Замечательно, по-моему. И это хорошо. Трешечка, 17. Надо начать. Наверное. Блин, опять я забыл. Там на них не действует холодильник для охлаждения. Да я что-то туплю немного. Да, сделаем их ближе. 28. Их хорошо так. Хорошо. Понял, по любасику. Так, один. Два. Не доходит. Короче, никто не доходит, кроме этого. Тикс, 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 тикс. Ну давай. Им тут уже за пара. Маленькая. Каменная стена долго. Ядовитый плевок.
4 тут умрет. Блять, на одну. Кстати, это как вариант. Да ладно. Он умеет так? Нет, этого прикола не знал. Сюда. Хорошо, и тридцаточку кинешь, да? Ой, чудненько. Подожди, воскресить. Нет, не надо. Четыре, давай. Все, да, шикарно. Видели как? Я умею. Периодически. Не всегда, но умею сохранить. Сохранить, сохранить, давай. Текс. Дух. Да. Текс. Повысить. Недостаточно лидерства. Для улучшения необходимо 8700. Лидерство сейчас можно выжить только 40 пресвящений. Чё? О, блин. Гублин. Гублин. Чё-то сразу не так уж и хорошо все получается. Блин. Не, ну я думал, не настолько же. Ладно. 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 Да, так это Exile. Восточная страна. Четыре лидерства. Скелет. Слабый, блин. Лучники. Привет, Николай. Хочешь просто на мои... просто на мои товары взглянуть или тебе что делать? Необычно показать? Покажи. Охотники, да? Конечно, необычно. Еще лучше какую-нибудь необычную историю. У пиратов есть байка о том, что недавно времена гремлинами специально для знаменитого пирата Креза Киллера был построен корабль «Лунный призрак», сделанный из небесного материала. Этот чудесный корабль не плавал, а летал. Капитан Киллер мог нападать на форты суши, с легкостью ходить от погони, даже сам Штиль, и творить другие чудеса. Но хитрые гремлины не сказали капитану, что небесный металл служит не вечно, и что скоро он превратится в черное золото. И однажды корабль стремительно вошел ко дну со всей своей командой, награмным добром превратившись в груду черного золота. Интересно, правда ли пиратские байки? Рассказы или нет, не знаю. Но я знаю, где место. Говорят, затонул лунный призрак. Можешь описать? Конечно, могу. Когда лунный призрак вынул на берег, вместе с ним ушла под воду и часть берега. На том берегу стояла деревушка, и она тоже ушла под воду. Слыхал я чародей Кан. Тариус какое-то время постоянно отыгрался возле этого места. Маг. Он ведь не станет просто дни и ночи проводить в таком странном жутком месте. Сдается мне, что он искал способ поднять лунный призрак. Это вообще возможно? Не знаю.
Может, кто и пробовал, но если бы ему удалось, то это было стало мне известно. Ты уж поверь. Спасибо. Подожди. Что мы найдем обычно? Ну-ка. Вот что это? А это мой друг ключ, не просто ключ, а наполненный кровью самого Бартоломео Барта. Слыхал, как он знатный был пират. Сокровищ накопил за всю грешную жизнь. Когда я заполучил этот ключ себе, то мне сказали, где он зарыт, награблено. Ого, интересно, что ты хочешь за этот ключ. Ты понимаешь, клады это цены, так что из-за ключ мало не возьму. А хочу из него 20 тысяч золотых. Может, взорвал там свой старый башмак. Не говори так. Не говори так, мой друг. Бартоломео Барт был одним из самых хитрых и злобных пиратов. Никто не знал, сколько же кораблей он погубил. Но одно известно точно. Еще никто не нашел его сокровища, хотя о том, что они есть, знают все. И все их ищут. Почему же ты сам не пошел не вырвал его клад, если там и прям такие неспенные богатства? Боюсь я, жизнь заставила меня поверить старой гадалке. Боюсь встретиться с девятой Реей. С прошлым связано. Ну как так, берешь? Давай. Так, ключ на кладбище. Хорошо. Бартоломео. Жух. Немного слабее. Немного слабее. Ты забрали, блин, немного слабее. А есть просто слабенький. Лео очень слабенький. Зачем мне вот эти немного... Ты кто такой? Терния. Конечно, хорошо, мне нужны зелененькие руны. Дайте мне, пожалуйста. Неужели вам жалко? Понял. Ну, я просто на всякий случай копану. А, вдруг? Ну, как сказки скрипнули. Стало мне ясно. Так, что тут? Рыцарь. Блин. Чего? Угу. Слабый пушкарь. Можно замочить, попробовать. Я еще попробую. Я же походу... Кружок нам накатал, да? Храни тюрьмы. Кристалл магии. Так, давай поговорим с ним. Не знаю, что он тут охраняет или кого. Эй, ты куда? Это губернаторская тюрьма, и посторонним сюда нельзя. Конечно, если ты не заключенный. Да уж, тюрьму мне точно не охота. Понял. По заданию, наверное, кого-то надо будет вывалить оттуда. Так, по идее я кружок накатал. Теперь надо внутри пошариться. Угу. Здесь где-то я видел гему, то что мне необходимо было. Это что у нас за замок? Хазерхэм. О, ну поехали. Да. Нет, хорошо, что они здесь на меня не нападают пока, да? Было бы сложновато. Так, ups. А ты кто? Ускорение на свет. А ты кто? Очень сильный герой. Понял? 56 лидерства. Идеально. Мне бы еще больше. Чуть-чуть. Слабый. Архимаг слабый. О-о-о-о-о.
Ничего страшного. У меня еще 23 могу. А, ну да, убили же, по-моему, одного. Четыре. А это кто? Слабенький. А ты кто? Программа посея. Программа посея уже плохо. Это прекрасно определенная гриппа, стоящая на возвышенности. Ну давай попробуем, спросим, кто тут. Зачем они тут? Так, Мано Риверс, копье ярости, два атака, и это оружие. Оружие люди. Меч можно улучшить, так, а плюс один. Лучники, 95. Ну, купить еще немножко. Так, ключ от могилы Бартоломео, пускай будет. Последний герой, хорошо. Не, это, конечно, классная штука. Плюс две атаки, и свой прирост. Ярости, ну 20% за одну атаку. Давай купим. Давай улучшим. Давай, знаешь, как сделаем? Сохранить. Улучшаем. И посмотрим, что будет за мечик. Ну попробуем. Я что? Чё, я сохранился? 44, 14. Ого, 483. А у меня наносит магия. Один погибнет, это хорошо. Рановато. Тысяч, давай купим. Боже. Кстати, подожди, стой, еще лидерство. Кольцо выбирает поколот ваш палец, еще немного, и она развеется, словно туман, из которого она соткана. Но вы точно знаете, что своего кольца навсегда останется с вами. Вы хотите выбрать в себе силу кольца, после чего оно потеряет свои свойства. Подожди. Плюс интеллекта. Да, конечно, хочу. Да. Кольцо ума. Значит, теперь это кольцо ума. Интеллект добавился, плюс 3 маны. Пассивочки. Интеллект, это хорошо. Это хорошо, это замечательно. Сохранить. Но у меня еще есть один артефакт. А, 14 побед, хорошо. Там это вещь. А, подожди, стой. Я забыл с ним поговорить. Риверс. Эй, смотри, какие у нас гости. Да никак, это знаки отличия Искателя Сокровищ. Давненько я таких, как ты, не видел. Даже спрашивать не буду, что тебя привело на наши острова, Хей. Уж где-где, здесь сокровища хватает. Это точно. Ну ладно, мне пора. Еще увидимся. Да. Ничего, дядя. Хищная пирата. Что так? Подожди. Я увидел. Чё, бабло это накопительное, короче. Сохраняемся, да. То же самое такое. 23-е они охотники присоединились к нам. Замечательно. Такс. Да, конечно. Это минус. О, какой ты красавчик. Если бы ты чаще так делал, вообще было бы ценно, тебе не было бы.
111. Замечательно. Так, раз. Эй. Ученики погибают. Ай, священники погибают. Вообще красавчик. Дед, ты молодец. Угу. Или больше. Больно? Больно, мне больно. Эй, тоже стреляющий. Ну зачем? Да, так нормально. Мочи. Вкусненько. Забирай. По идее все. И итоги. Замечательно. О. Еще один ключ. 4000. Точность. Пещера. Привет, путешественник. Что ты забыл? Мне просто так зашел губернатор, понимаешь, я ничего лично надо посмотреть. Да вот путешественная команда. На товары всякие присматриваю. Дело хочешь взглянуть, что у меня имеется, давай покажем. Так. Рабочий бежим можно. Видите, рассказываю. Череп. Ударенный нет.
Сохранить. Напасть, посмотреть, что у него будет. Так, злобоглазки, 43, 158. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Гиены плохо, конечно. Ой, мне магия не восстановилась. Я так напал. 11. Да, давай начать этого. Пич. Пич. Троих. 4-6. 4-6. Ю. Так. Проблема в том, что эта херня может ускоряться. На-на-на. Херня. Да. Так. Восемьдесят и 66. Вот о чем я говорю. 7. Плюнуть. Икс. Надо магию прокачивать. Да. 3. Токс, 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 токс. 13, 4. И это печалька, 23, 23. Шестьдесят шесть. 8. Еще меч, 8, 11, 6, 8. Чемпион. Пиратиком. Теперь сделай. Нормально. Хорошо. Значит, что делаем? Восстановление. Восстановление 4. 4. Короче, одного лучники, да? Давай, лучники. Стреляй. Пич. По максимуму. Нормальненько. Мозг решил 4. Да вообще идеально. Ну не идеально, как 59. Идеально. Журнал журналист обновлен. Это ж хорошо. Слабый отряд, да?
Колючий пес. Хорошо. Сейчас. Ледяная змея. Так, хотя давай. Текс. Ох ты ж. Какая. О, блин. Все, я понял. Мой прогон. Да, блин. Фигня. Фигня. Происходит то, что у меня... Я не успел. Ой, простите меня, пожалуйста, на сон тянет. Пипец. Ничего. Сейчас я быренько туда схожу. Туда-сюда. Обратно. Уходим. Да, ну видите, здесь пираты в основном. То есть здесь понабирать пиратов и туда переплывать. Блин, не хочется. Тейкс, дядя. Здрасте. Я разобрался с псом. Отлично, Николай, вижу, что короля Марка тоже есть смелые исполнительные люди. Может, ко мне на работу пойдешь? Да нет, спасибо. Ну, за деньги благодарствую. Сапоги. Что? Ух. Ты ж ёпер, ну блядь. Ах ты ж срань, вообще. Спасибо тебе, дядя. Ты за подгон, ты шо, вообще такой прям, прям шикарный. Да ну вообще, реально, тема по сравнению с тем, что было. А, это просто плюс одна защита дает это. За победительство. Блин. Что мне делать? Щита. Зараза. Слушай, ты, блин, плюс одна защита еще. Так, энергия, понятно. Подожди, я что с тобой не говорю? Время, призма, страж, облик. Нет, это мы, по-моему, читали, я просто не понимаю. Здесь вон чувак тоже мне показывал, где можно... как с ним можно договориться. Зеркало. Все понятно. С дядей мы поговорили, ничего толком мне не узнали. Ну, что ж, бывает. Резерв. Три зелененьких надо. Резерв, три зелененьких. Тут. Ничего не могу. И тут мудрость. Мана плюс 10, светло плюс. Почему нет? Мне позволяют. Блин, вот это я прогонял, кажется. Мне надо магия порядка. Ай-яй-яй-яй. 8 зелененьких рун. Где же я его достану? Ничего. Ну, тоже неплохо, но пока не важно. Скорость держания вот войсковой победы. Первый ход войска мира получает бонус инициативы. Плюс один. Тоже неплохо. Необходима только тактика.
Я вас сохраняю. И пошли. Стануты. Покажи товары. Пушкари. Такс. Задание выполнили, ману почти наполнили. 43. Ни хрена себе, подожди, только что 34. Примите, набирайте ману. 34. Да, вообще. Огонь. Ману восстанавливается беренько. Так, вот видите, одна. Ну что, я ее заберу. Конечно, заберу. Сейчас какой-то этих дядек разобьем и ее заберу. Сейчас еще везет золото, вижу. Так. Сохраним. Кто тут живет? К сожалению, землю придется услышать. Так, ты у нас равный по силе. Нет. Пока мы с тобой не хотим разговаривать. Не хотим. Соберем золото. Соберем свиток. Ледяная змея. А, кстати, в прошлый раз то же самое было. Тут бишь они здесь не рандомно. Что тебе нужно в моем доме, незнакомец? Не видишь, что мне совсем худо? Я Николай, из Дариона, нахожусь на королевской службе. Может, тебе нужна моя помощь? Нет, больше дуновения ветра в сердце моем и силы моим на исходе. А ты, Николай, из Дариона, действительно мог бы помочь старику. Свеча моей жизни скоро угаснет, а я с выбором, кого назначить главой нашей семьи, никак вредиться не могу. Ведь у меня три сына, все хороши парни, а главой семьи куков должен быть лишь один. Ты, чужак, не станешь искать выгоды. Прошу тебя, выбери достойного того, каким старый пират мог бы гордиться на том свете. Передай ему отцовскую банду, символ нашей семьи. Хорошо, в такой просьбе отказать не могу. Давай. Бандана. Бандана. Так, дядь, давай поделимся с тобой. Маны я накопил. Так что мы можем сражаться. Могли бы, конечно, сражаться еще и без этого. Так. Погибли 3. 92. Сейчас 2 секунды. Надо заканчивать, я помню. Надо заканчивать. Смотрим. 66. Сильно оно как-то и помогло. Чё? Зачем ты его оставил живым? Мог бы и не оставлять. Ладно. Цель архимаги. Гад. За что? Ты по что?
момент один. Почти. И все равно ты. Ах, ты же гад. Блин, больно. Лучник погибает. Где? Сделай ему больно, пожалуйста. Да. Так, воскрешение. 0, 1. Нет. Понял. Чёрненько. Керни, конечно, погибают. Ну, бывает. Что ж сделаешь? Текс, руна духа. Забери. Слабый. Так, здесь я был пленен пиратами. Оказывается, в этих рифах целое пиратское поселение. К счастью, им не удалось узнать, кто я такой, а золото служит ключом от любых оков. Король Пандора. Да. Можешь не представляться, я знаю, что тебе прислал отец. Что именно тебя интересует? Просто расскажи себе, убеди меня, что ты должен стать наследником. У меня сам знаешь два брата, старший Джон, просто тупица. Такому вообще не стоит давать в руки власть. А младший пустой мечтатель, от него будет мало проку, поверь мне. Если я стану главой, то мне придется убить их обоих. Джон просто... неуправляемо, а Брэндон бесполезен. От него никакого толка, только вред один. Постоянно влипает неприятности. Хорошо, подумаем. Подожди, слышишь, а мне надо вот... каким ты их видишь? Я очень ровно ты не улыбнулся, держа, я обязательно выберу достойнейшего. Достойнейшего. Такс. Тукачки. Знаю, кто ты. Я послал мой отец. Именно, расскажи мне о себе, я хочу понять, кто ты. Мощь нашей семьи всегда держалась на силе. Я самый сильный в браке, а самый умелый... Я самый умелый воин. Отец должен меня выбрать главой, иначе клан долго не протянет. Его со внук раздавят завистники. Я понимаю. Сильный, конечно, клан. Ты есть тот самый искатель, которого отправился отец, и ты будешь решать, кто из нас достоин стать наследником? Именно. Что ты можешь рассказать о себе? Знаешь, может, я не так силен, как старший брат, и не так умен, как средний, но зато я младший. Если ты вспомнишь имена великих пиратов, то, возможно, заметишь, что все почти они были младшими в семье. Я мечтаю стать великим путешественником, открыть удивительные места, полный сокровищ, мечтательно путешествовать. Смотри, чтобы тебя не сожрали какие-нибудь аборигены, я подумал над твоими словами. Их. Хрен его знает, если честно. Слабый. Давай сохранимся и нападем. И как раз обдумаем слова. Кого лучше выбрать? Ну, средний будет убивать двух остальных. Сильный. Младший хочет путешествовать. Старший хочет стать главой. Так что самый идеальный вариант был бы старший. Так, Гена, лучники, 53, давай мочить. Ой, блин, нафиг он тебе нужен?
Ай. Ай. Так, 16. Угу. Нам что-то делать, уже поздно что-то делать. Все. Плюнуть, плюнуть, плюнуть. Замечательно. Это, конечно, и замечательно, что он решил остановиться. Один, два. Один, два, один, два, один, два. Два. Ну вот зачем ты их тронул, а? Вот же ж... Один, три. Давай. Угу, 12, кто вы? Никто. Понял. Чётенько. Короче, тернии до хрена закрыл, да. Надо их искупиться.
Оп, не понял. А чё так? Мне надо было с ними... Короче, всё-таки надо было спросить, да? Достань того, чтобы занять место своего отца, держи банду. 1000 дирхей. Ну что же, ты принял верное решение. Мой магазин и магазин моих братьев всегда твоим словом. Благодарю, Джон. Не, ну тут действительно... Вот по сути, короче, если выбираю среднего брата, он убивает, короче, старшего и младшего. А если выбираю... Если я выбираю, короче, младшего брата, этот путешественник, то есть он будет путешествовать, почему бы не дать ему такая возможность? Получается, старший брат становится главой, а тот путешествует себе, да и все. Фигня, если честно, у тебя зоопарк. Что у тебя тут было? Или новый шар? Короче, понятно, ничего интересного. Так, ну что, смотрим. Загадка острова Ляра, это после, это тот еще был колючий. Вот, в этот, так, в этот раз, в эту серию, мы сделали колючий пес и глава семьи куков. И все, да. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Да, она такая была, конечно, странноватая немножко. У меня все серии странноватые, так что... Не... Стоять. Подождите. Я кое-что заметил. Вот он. Я знал. Мое. Мое. Да. Так что... Надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Всем спасибо. Всем пока. До следующей серии. С вами был Николай. Пускай у вас все будет хорошо. Пока.